Всем привет, с вами Ев. Я снимаю Майнкрафт и наконец-то я вернулся снимать видео. Сегодня со мной в компании будет мой брат. Привет. Всем привет, друзья. Привет. Ну, короче, сегодня... Артур, иди, там помехи. Ну все, были технические проблемы, но теперь с нами не только мой брат Артур, но и кто? Даша. Даша, моя сестренка, ей 4 года. Ну да, поздоровайся. Всем привет, друзья. Ну вот, если она будет говорить какие-нибудь глупости, то я не виноват. Но надеюсь, она такого не будет делать. Ну, мы продолжаем. Пока я поменял на первое лицо, что-то надо делать. Я пойду сюда, да. Ну окей, значит, надо идти туда. Если у меня будет лагать, то не обращайте внимания, у меня почему-то майн лагает, а остальные игры. Скелет. Ты чё? Сложность нужна мирная. Мирная сложность. Мирная сложность. Ну, мы продолжаем после одной смерти. Я хочу мирную сложность. Ладно, все, погнали, наконец-то. Этот допер проходить. Кстати, почему я играю в Майнкрафт? А потому, что мой друг Электрон Про написал просто в комментарии, снимай Майнкрафт. Вы можете сделать то же самое. Просто... Ничего тут не понимаю. Просто, короче, пишите в комментах любую игру, и я ее снимаю. Игру, точнее. Тут не знаю, что написано, я не понимаю, куда тут надо идти. Так, вот тут, наверное, левелы какие-то. Левел один, так. Прыгали! Блин, как это сложно! Там слизень. Ладно, слизь, да, там на слизь надо. Это хардкор. Уже на первом уровне. Я потому что дроппер никогда раньше не проходил. Да. Надо куда-то сюда. Ой. Я сдох. Чё так сложно? Первый уровень не так сложно. Попробуй направо пойти. Надо уровни по порядку проходить. Я не знаю, наверное, этот дроппер разделится на целых две серии. Вот эта часть, тут сколько уровней? 2 всего лишь. Да, там тоже 2. Кстати, что тут написано? Нивел 1. Матча C3-ка какая-то. Ну, это походу на разных языках, что ли. Так. Давай. Есть! У меня получилось! Нифига себе, у меня получилось, ебой. Ебой, у меня получилось, ура. Так, я ничего тут не понимаю. А, тут надо спрыгнуть. Чё, Даша? Я не знаю. Ладно. Ничего не говорил, ну ладно. Отлично, первый уровень прошли, теперь второй. Думаю. Что думаешь? А, кстати, что тут? Неужели там еще уровень будет? А, похоже, нет. Ладно, второй левел, и что у нас тут? Это уже третий что левел. Что тут? Это второй. Третий написано. А, где? А, ну да, точно. Ой, сорян. Значит, вот это второй. Как ты так увидел, что это третий? Я спрыгнул случайно! О, не надо мне выходить. Капец. Ладно, проходим второй уровень. Первый я как-то по... Прыгай! Прыгай, куда прыгать? Вот сюда надо прыгать. Сначала надо посмотреть, куда надо прыгать вообще. Так. Ага, вижу.
Вот это хардкор! Второй уровень не так сложно. На компьютере, наверное, будет легче. Может. Намного легче, мне кажется. Кто хочет так попробовать, проверить, легче или не легче. Короче, я сниму видео своего друга, у которого есть Майнкрафт на компьютере. Но карты, вот, скачивать ему. Что за хардкор? Чё так сложно? Если я с такой высоты был упал, у меня зуб точно вырвался. А, ну да, вот у тебя зуб шатается. Если чё, Артуру сколько лет? 8. Ну да. А мне? Не скажу сколько. Не говори, сколько мне лет. Ну ладно, сколько мне лет? 10. Нет, почти 11 вообще-то. Ну, 11.5. Да. 11.5, нет, мне еще 10. Прыгаем. Блин, что такое хардкор? Только в другую сторону иди. В другую сторону? Да. Не, надо все по порядку проходить. Оп. Может, вот так вот получится? Чуть-чуть направо надо было взять. Блин, чуть-чуть назад надо было взять. Блин. Здесь направо. Нет. Короче, работаем по вот такой вот тактике. Так, целимся. Бибам. Чуть-чуть направо надо было, да. И потом как бы еще на этот слайм прилететь. Ну, вообще как-то нестандартно это. Дроппер? Дроппер не... Прямо иди тогда. Так прямо ничего нету. Как же это сложно. Как же это сложно. Нет, давай я на другой карте попробую пройдёшь. На другой карте нам надо эту карту пройти. Потом в городе давай. Нет, не буду я город снимать. Не хочу. Я в городе. Создай свой канал. Я кажется, нашел траекторию. Но сейчас я сдох. Надо туда прицелиться. Ты прямо идешь? Да. Ну, Ев, пожалуйста. Ну, зато... Друзьям покажу, подписчикам, какой у меня скин. Да что за хардкор, блин? Ну что за... Слишком сложно. Что ты делаешь? Ничего. Я не могу это пройти. Что за хардкор? А кстати, потом... ссылка на канал Электрона Про будет в описании. Что потом? А потом игру будем играть. Да-да. Давай! Там почти на слайм. Там будет. Там не слайм, там вода была. Что там твой будет? Там будет твой дом зато. Про твой дом-то? Я точно, я же тебе недавно дом построил. Да, недавно. Так. Хардкор. Я тоже своего дом. Ну да, но он у тебя... Давай! Нет! Чуть-чуть. Прям там миллиметр или сантиметр. Мой дом был позвательный. Да, и стекла был. Да. Ну, на стекло... лестницу не застрять. Вроде бы можно. Нет. А там стеклянные панели были. Давай. Ну. Секс-сак. Хедшот? Секс-сак. Секс-сот? Да. Как это? Секс-сак, это значит, ты снимаешь видео, и ты прыгаешь не туда. А, она, если что, сказала, секс-сот, это когда ты снимаешь видео, прыгаешь не туда. Да. Давай. А ты секс-сак. Ну да. Музыка на пол.
Не знаю. Надо как-нибудь пройти этот второй левел. Ну, я пролетел первый слой. На! Какой хардкор? Прямо и направо, и налево. Направо! Вот так вот. Спартак! А, кстати, налево! Кстати, а в Спартаке футбол... На футбольной тренировке ходил, но бросил. Ты налево идешь? Направо! Налево надо где? Там хорошо играть. Где хоть там тоже сложно, как же? Так, налево легче там вообще-то, Артур. Мы же там проходили, мы же его уже прошли. Прошли, но не с первой попытки. Ну чё, вот этот мы еще раз больше попытки проходим. Так. Вот так целимся. Нет. Очень сложно. Ладно, давайте тогда на паузу поставим. Что ли? Поставим на паузу. Артур, поставим на паузу. Давай, тогда... Даш, поставим на паузу. Тогда, тогда в городе будем. Ну, с ними же. Я... Нет! Ну, я в городе хочу по... Создашь свой канал, будешь там снимать. Но пока я буду проходить, когда я пройду, буду честно проходить. Я не буду читерить честно. Я заново. Есть! Я попал в воду! Сколько попыток? Вообще... Я попал в воду, ебой! Ура! Не с десятой попытки, где-то с другой. Не с десятой, больше. Я зато в своем городе тебе дам поиграть. А стоп, что-то это такое было. В каком городе? Да сейчас не об городах, белый давайте город. Дропер. О, мама приехала. Кстати, мы сейчас находимся в деревне. Даша, иди-ка встречай ее. Ну хотя... Пошли, Даша. Да! Вот на этом мы закончим видео из-за того, что... Ну просто долго проходили мы его, и мы захотели его закончить. То есть я. Ну вот, продолжение будет. Но не знаю когда. Я вообще не знаю, когда это видео выйдет, но точно выйдет. Всем пока и подписывайтесь на канал. Ссылка на про электроны будет в описании.